Центр охраны материнства и детства планирует принять первых рожениц в конце декабря. В медицинском комплексе площадью почти 80 тысяч квадратных метров уже функционирует телемедицинское отделение и симуляционные залы. Накануне объект посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с ней работала моя коллега. Слово Карине Алексанян. В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства появился современный симуляционный родильный зал. Там акушеры-гинекологи и неонатологи оттачивают навыки в различных экстренных ситуациях, которые могут произойти на практике. В такой лаборатории все функции и параметры неординарных случаев программируются. Тренинговый центр посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Все фиксируется в компьютере, отрабатывается каждый навык. Да, то есть компьютер сам, программа сама дает оценку, да? Получилось или не получилось. И ребенок. Видно, как руками, да. Что делал, в какой момент времени, с какой частотой, на какую глубину, поэтому оценка очень объективна. В палате интенсивной терапии врачи справились с задачей и вернули к жизни Афину. Медики отрабатывали осложнения раннего постнаркозного периода. Сердце роботизированного манекена остановилось после родов. Как только вернулся пульс, пациент пожаловалась на боли и требовала убрать от нее руки. Я чувствую головокружение. Сделайте глубокий вдох. Ай, мне очень больно. Не трогайте меня! В палате интенсивной терапии и реанимации новорожденных размещено реальное оборудование и манекены, роботы-симуляторы грудничков. В таких помещениях врачи отрабатывают неотложные действия и инвазивные процедуры. Ежегодно в Сургуте около 50 детей появляется на свет раньше срока. У нас проводится тренинг со средним медицинским персоналом, и мы отрабатываем навыки первичной реанимационной помощи. Самая основа – это искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Наш манекен позволяет отчасти это уникальный манекен в том, что он позволяет передать ощущение инструктора с той силой, с какой надо надавливать, с какой надо дышать непосредственно курсанту. Обратная связь, то есть как только курсант все делает правильно, у него, соответственно, у нас манекен приобретает нормальный цвет кожный покров. Такие тренинги, отмечают специалисты, формируют еще и командное взаимодействие. Цель – безопасная и эффективная помощь во время родов. Центр охраны материнства и детства, кроме всего прочего, станет еще и площадкой для телемедицинских услуг. Врачи учреждения будут консультировать коллег из всех муниципалитетов нашего региона. Мы все-таки не сразу как придумали, так и реализовали проект. Были задержки определенные, но... Это, кстати, не моя идея, ты делаешь. Знаешь, что потом, если что, так не знаю, кто автор. Мы просто вот, правительство автономного округа, выслушав ее, посчитали, что в ее идее, в ее проекте есть рация, и она инновационная, уникальная, и ну, важно, чтобы югорчане имели вот все только что придумано. Мы очень серьезно меняли проект, мы его дорабатывали, и он изменился и внешне, и по начинке. Поэтому нет и у аналогов, у этого, близких аналогов у этого проекта нет. То есть Лариса Дмитриевна со своей командой сначала отрисовала технологию, как они это называют. Может быть, там для обывателя звучит странно, технология родов, да, но вот они так это называют. Она отрисовала технологию, вот логистику, как все будет перемещаться. Потом по вот этому трафарету уже проектировщики рисовали коридоры, потом мы снова возвращались к медикам, обсуждали возможно-невозможно, чтобы там не было ненужных путей пересечения. Пока центр не принимает рожениц, но медики уже на местах. Учатся знакомиться с оборудованием, оттачивают навыки на симуляторах. Работать в медучреждении будут специалисты как из нашего муниципалитета, так и приглашенные из, например, Омской области, Башкирии и Москвы. Из нашего жилья, фонда служебного жилья, уже 35 квартир занято. Это уже приехали специалисты, они уже работают. Любой специалист, кто сюда приезжает, они проходят через симуляционно-тренинговый центр, они проходят через все наши этапы работы в различных отделениях, потому что есть своя особенность. Но главная идеология кадровой политики – это все-таки выращивание кадров. Сейчас медицинское учреждение проходит стадию лицензирования. Открытие планируется на середину декабря. Ожидается, что первый малыш в Центре охраны материнства и детства появится на свет 27 числа, практически в канун Нового года. Карина Алексанян, Владимир Федоров, Сургут Интерновости.